Глава города Юрий Гришан поздравил сотрудников Магаданского промышленного техникума с 80-летием системы профессионально-технического образования. Сегодня в регионе значительно не хватает специалистов в областях технических профессий. Все больше в Магаданскую область на работу приглашают строителей, инженеров, горнорабочих и других специалистов из соседних городов и стран. Поэтому, со слов Юрия Гришана, труд сотрудников учреждений профессионально-технического образования в наши дни незаменим. Те квалифицированные специалисты, которых выпускаете, они очень нужны городу. И чтобы они никуда не уехали, может быть, даже кому-то помочь какие-то социальные вопросы решать, на этом мы готовы. В этом году Магаданский промышленный техникум празднует юбилей 65 лет. За это время в учреждение вводили немало новых перспективных специальностей, исходя из потребностей рынка труда в регионе. В этом году Магаданскому промышленному техникуму исполняется 65 лет. Это одно из старейших учебных заведений города Магадана. За последние годы в Магаданском промышленном техникуме введены новые профессии топ-50, такие как мастер слесарных работ и мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Это наиболее востребованные и перспективные профессии на рынке труда. Ежегодно Магаданский промышленный техникум обучает около 350 человек. Лучшие ученики участвуют в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills в России, где неоднократно становились призерами.